Я обращаюсь к вам. Еще раз внимательно посмотрите закон, который здесь идет, проект закона под 32 номером, о чем говорили. Особенно цинично, что в такой день, важный, святой день, начало контрнаступления под Сталинградом, комитет высказывает мнение, что не надо принимать этот закон. Даже унизили, поставили его самым последним. Я заранее записываюсь на выступление по этому закону. Обращаюсь к вам быть внимательными, совестливыми. И действительно, давайте вспомним тех, кто сложил голову под Сталинградом. Благодарность, с благодарностью вспомним. Но жизнь продолжается, и этот день стал днем праздника артиллеристов и ракетчиков. Я предлагаю от имени Государственной Думы поздравить артиллеристов и ракетчиков с этим праздником.